песчаные совсем почвы-то, и какая бы у меня совсем труп там ни жива, ни дела нет. Вот. Одновременно. Угу. Один единственный дождь, вот этот вот сильный был. ТМТД, так ведь ТМТД с запах же шел. Встречные поезда идут с углем. Рита сначала возмущалась. Все сделано, все закончено. Да, действительно, она развивается. Развивается у кого-то, она может быть в течение 2-3 дней, а у кого-то вот за ночь вот проявление идет сильнее. Поэтому удивляться не нужно, это будет. Борьба сейчас против этой болезни, уже практически все сроки, они пропущены. Остается вот, ну, в принципе, лучше наверняка, если помидоры созревшие такие, белым уже, цвет белым становится, лучше собрать дома, ждать, когда дозреют. «Череп и кости» в воскресенье. Вести на телеканале «Эфир».